Турецкий музыкант Ирфан Гюрдал возрождает музыкальную культуру своих предков. Он воссоздает точные копии музыкальных инструментов, которые были найдены во время раскопок. Корреспонденты UATV побывали в его мастерской. Через несколько недель кропотливой работы это некогда немое дерево зазвучит. Аналог этого музыкального инструмента иклы был найден при раскопках на Алтае. Турецкий музыкант Ирфан Гюрдал пытается возродить музыкальную культуру своих предков. Древний инструмент он воссоздает по архивным фотографиям своей мастерской. Говорит, что в этом деле его мотивирует интерес. Мне было интересно узнать, какие звуки слышали наши предки тысячу лет назад, какие звуки их восхищали. Перед тем, как приступить к работе, Ирфан тщательно изучает музыкальный инструмент. В этом ему помогают коллеги из других тюркских стран. Выбрав подходящий кусок дерева, он берется за работу. Мы знаем, что наши предки для музыкальных инструментов предпочитали использовать сосну, так как в тех регионах ее было много. Сейчас же у нас есть возможность выбирать разные сорта, но именно для этого инструмента я тоже буду использовать сосну. После тонкой работы над деревом, подготовки основы для инструмента, Ирфан подбирает материал, чтобы обтянуть музыкальный инструмент снаружи. Известно, что в старину использовали лошадиную кожу, поэтому и я решил с ней работать. Сперва я отмечаю необходимый мне контур, а потом ставлю в воду, чтобы она размякла, и уже после этого вырезаю. Немаловажным элементом музыкального инструмента являются и струны. Почти на всех тюркских музыкальных инструментах используют конский волос из хвоста животного. Волосы я собираю, чищу и мою. После выбираю необходимое количество и делаю из них струны. В некоторых регионах вместо дерева использовали кости животных, а вместо струн – потроха. Закончив работу, Ирфан спешит насладиться результатами своего труда. С улыбкой на лице Гюрдал вспоминает турне своего ансамбля по Крыму в 2001 году. Именно тогда он ближе познакомился с артистами ансамбля «Крым», которым подарил тюркские народные инструменты. Об этом вкладе в музыкальную культуру крымских татар артисты ансамбля вспоминают до сих пор. Наступило то время, когда мы должны вернуться к своим корням, к своим истокам. И в этом, конечно, своеобразную роль, очень положительную, со знаком «плюс», сыграл ансамбль Ирфана Гюрдала. Джафер Умеров, Идия Катаман, Имран Усейнов, Анкара, UATV.